Всем привет, вы на моем YouTube-канале под названием Варя Футбол, с вами я, Мишалгу. Сегодня я постараюсь взять реванш у Златоса. Прошло ровно год нашего ролика, где я проигрался с огромным счетом. Сегодня я постараюсь взять реванш и победить его. Ну что ж, давайте начинать. Мы с Златосом поспорили, я начинаю первым, я начинаю с выхода 1-1. Ну что ж, погнали. Забил один выход 1-1, бегу с счетом 1-0. Мы переходим в игру, да. Два пенальти пробита, веду пока уверенно. Все идет к тому, чтобы я сделал сегодня реванш. Счет пока 3-0, мы переходим к штрафным. Одни штрафные, 2 балла. Три шаржных пробита. Очень близко все летело, а третий вообще мимо летел, к сожалению. Пока всего 3 балла, сейчас переходим к ударным счетам. Я просто похлопаю. Зараз это пробиты, 0 забито, пока 3 очка, переходим к последней дисциплине. Это закрутка. Первый есть, только поесть! Ну что сказать, все удары пробиты. Забил 3 мяча, не бонусных, 1 бонус, это закрутка. У меня 5 баллов, посмотрим, что делает Владос. Надо сегодня побеждать. Если будет ничья, там будут дополнительные пенальти. У Миши 5 очков, это непростая ситуация. Надо забивать больше и выигрывать. Выходи, 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 Рома! Забил один выход. Это хорошее начало. Идем дальше побеждать Мишу. Забил 2 пенальти, второй пенальти забил с помощью Романа. Счет 5-3, сейчас буду бить штрафные. Забил 0 штрафных ударов, переходим к ударам с лёд. Сейчас закрутка, все решается. Если я забиваю 2, то побеждаю Мишу. Да! Больной, которого вы видите, наблюдается психиатрами уже более 20 лет. Забил одну закрутку, сравнялся с Мишей. Сейчас будет по 2 дополнительных пенальти. Сильно затянулись, мы дошли до пенальти, это впервые в нашем канале, когда мы доходим до пенальти. Я забил 2 из 2, сейчас увидите удары Владоса. Если не если забивает 2, то будет по одному дополнительному, если не забивает, то я выиграю. Продолжаем футбольный челлендж, Владос забил 2 из 2 пенальти, сейчас будет по одному дополнительному, надо забивать. Друзья, по-моему, я не запутался. Я, к сожалению, проиграл Владосу. Мы бились до конца, но я, к сожалению, забил последний пенальти. Я проиграл. Не забывайте подписаться на канал, ставить лайки, все ссылки будут в описании. И не забывайте ставить колокольчик. И также у нас есть сообщество ВК, на котором вы можете подписаться. Там выходят все новости. Всем пока.